анонимусы? Философы напали, пацаны! Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Hellplay, надеюсь, вы в прекрасном расположении духа, рад вас приветствовать. И сегодня мы с вами продолжаем проходить Injustice Gods Among Us. Очень классную игруху про супергероев, где мы бьем друг другу рожи совместно с параллельными героями, такими же дубликатами, как мы, и так далее. В общем, все запутно, такая супергеройская Санта-Барбара. А сегодня у нас интересная глава, 9-я, за Лекса Лютера, ну, прям совсем-таки необычного персонажа, который будет пользоваться своим роботизированным костюмом. Поэтому давайте на счет 3. Раз, два, три. Бручай. За ваше здоровье и поехали. У нас Лекс Лютер, это такой, это толстый, учитывая, что костюм здоровый, это толстый Iron Man в мире DC. Как Гоша Куценко. Съел таблетоз, видимо, криптонских технологий. Сила Пендиджона. Хотели бы такой костюм, ребят? Реально офигенно. Все, Гоша Куценко злой. Лети с таким взглядом. А чё он их не собьет? У него же есть костюмы и всякие примочки. А, ну или так. Как это отстой? Я к тому, что почему он их не сбил, эти ракеты, а применил силовой щит? И силовой щит, кстати, не выдержал попадания двух ракет, зацените. То есть это очень показательный момент. Опа, Джокер! О, их... Я понял, с кем будем драться. Unless you want Superman to succeed, step aside, both of you. You're trying to beat Superman? Your bestest buddy? A deception, created so I could aid the insurgency. Well then, how about we share? Be a doll, will you? Help Mr. Luthor out of my suit. О, неплохо. Окей, сейчас попробуем нашего Лекса Лютера. А, смотрите, у него ракетный удар. А я подумал, что он просто пальцем дразнит. Опа, смотрите, минку кинул я. Ого, он еще и лазерный удар делает. Не только ракет, кстати говоря. Но управляется он тяжело. Я к тому, что прям чувствуется, что махина тяжелая. Опа она. Но вообще очень прикольно. Вот, Аквамен, как ни странно, мне очень понравился по стилю драки, по тому, как он играется. И вот, если честно, Лекс Лютер мне сейчас, ну, прикольный такой персонаж. Достаточно медленный, но с очень интересными обилками. Вот мы сейчас с Харли уже сняли броню. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте я накоплю заряд на этот, как его, собственно, на X-Ray, чтобы вам показать его X-Ray. Сейчас я позволю даже немного себя побить. Такую фору сделаем. На, или вот так. Так, я ничего ставить не буду, потому что мы с вами копим. Как раз она подрегенится. На самом деле мало смысла в этом. Вот то, что она заюзала это. Повреждение нам нифига не долбануло, а жизни у нее вот столечко отнялось буквально. Поэтому она могла позже применить. Ай, блин, дурак. Ладно, давайте уже я ее добью, а в следующем бою я юзану. Случайно проюзал усиление спейшала. Сколько у него, где он все это хранит, эти суперпалки? О, неплохо. Неплохо нам сняли броню. Окей, давай еще раз. Да твою мать, что, серьезно что ли? На! Такую камбуху тебе. О, просто эффективно. Кстати говоря, она просрала усиление. Мы в этот момент подпрыгнули.
Эпичненько, эпичненько. Do yourself a favor, Harleen. Stay away from him. Сейчас Джокер скажет, что ничего она не умеет, и сейчас будет сам. Да. Have your stink rubbing off on me. What? Oh, don't worry. There's a generous severance package. Да, ножом против супер титанового корпуса. А, ты Харли собираешься. Ох ты сука. Надеюсь, Харлин учтет эту хрень и в следующий раз будет давать нам, а не Джокеру. Давай! Вот видите, девочки любят плохих ребят, а потом приходят такие хорошие Лекси Лютеры. Ну как хорошие? В параллельной вселенной они хорошие. Вот, как его, и помогают Харлин. Ей повезло, что это не Лекс Лютер из оригинальной вселенной. В противном случае, тот был Лекс Лютер, может быть, и спас бы Харлин, но явно выдавил бы из этого кучу ништяков для себя. Просто так бы он ничего не сделал. Давайте, почти накопил на X-Ray. Давай, побей меня еще монтировкой. Отлично. Ну. Давай, ударь меня. Да ударь. На! Есть! О-о-о! Мы броню сняли, X-Ray не показался! Нет! Сука, ладно, хотя бы Джокер X-Ray. Блин, вот отстой! Знаете, что здесь отстойно в этой игре? Когда тебе снимают броню до конца, даже если есть продолжение приема, как бы, прием останавливается. И это прям, ну прям очень плохо. Кстати говоря, X-Ray начинается очень круто. Давайте тогда его забьем, и уже в следующей драке я вам обязательно его покажу. Чтобы здесь долго не ждать с этим Джокером. Хотя, может быть, он нас сможет подбить и сможет даже нам набить их цель. Но что-то мне подсказывает, что ни хрена. Вот, красиво, да, с усилением долбанул. Ну и все. Прикольный персонаж Лекс Лютер. Try to kill me. I'll slice that grin off of your face. Harleen, no. He was gonna. Lex Luthor прям как Бэтмен. I can't believe I fell for him again. He knew exactly which buttons to push. It's not your fault. It's what he does. Outgrown him. Анонимусы? Философы напали, пацаны. Keep him locked up this time. That'll be the least. А, не, они все, они за эти. These guys will keep causing trouble. Я думаю, это не совпадение, что Джокер как-то связан с командой анонимусов. Видимо, к нему берут только до 13. Лет. Старше 13 уже не беру. О, неплохо. Шазам и курица прилетели. Ну сейчас Хейла отпинают на самом деле. А, нет, он помог ему. Отлично, нас ожидают еще две драки против Шазама и Курицы за Лекса Лютера. Там-то я точно покажу X-Ray. Вернее, я на это надеюсь. И надо будет его применить уже после того, как мы снимем броню. Иначе опять та же самая фигня будет. Удивительно, какие косые Шазам и Курица. Что мы, летящие по фактически одной траектории, и они не в состоянии в нас попасть. Ну, женщина-курица-то, она более-менее выдержит ракетный удар. Шазаму намного больнее, чем ей должно быть. Шазаму на большее время из равновесия должны вытащить ракетные удары. You're done, Hawk girl. Overmatch. Давай, женщина-курица, покудахчим! Я петух, главный петух в этом курятнике! Тихо, давайте заюзаем вот это вот. Что это такое?
Ну-ка, погодите. Что это такое? Просто подняли и выбили. Окей. Я думал, там, может быть, на кнопку нажмет, там, знаете, как-нибудь отпрыгнет от него. Или там нажмет на кнопку и пустит по земле. Не, просто подняли и выбросили. Почему бы и нет? О, давай, 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 набери, давай, 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 еще. О, спасибо. Есть! Сто! Есть, есть! Есть! Кстати говоря, у него X-Ray. Очень, сейчас скажу мысль, во-первых, он красивый, а во-вторых, он очень прикольный тем, что, смотрите, если она один удар блокирует, там еще идет серия остальных. То есть, в отличие от других, там у них как бы одним ударом, одним каким-то действием активируется X-Ray. То есть, вы юзаете X-Ray, если его заблокировали, то как бы все, там один раз надо заблокировать. Или, например, вы перепрыгнули, а тут он делает серию ударов. Вы заблокировали там первые два, если остальные влетят, X-Ray все равно активируется. То есть, это прям мега офигенно. О, давайте не дадим ей зарегениться. Я тоже слил. Она, правда, больше, но... 25 зарегенил, да. А могла бы 33 зарегенить. Да, она при этом все слила, кстати. На! Ненавижу культуру! Давай статуи и монументы! На! О-хо-хо! Это было крутодетски! Там, кстати, кто-то дерется на фоне огромный. Like I said, какие-то мексиканские борцы из мексиканского рестлинга, видели? Че, пояс у нее заберем, да? А, Шазам тут как тут. Сейчас будет нам сказки рассказывать, Шазам. Since when are you with them? Since the day Superman decided to hurt us. Он таким умоляющим голосом сказал. We aren't his playthings. Давай, Сезам, откройся, Шазам, там всякие хорошие сказки там. И так далее, это Шазам, я не знаю, я... Ого, да Шазам у нас рестлер, оказывается. Вот в чем прикол Шазама. Он выступает в Мировой Федерации Рестлинга. Или выступал. Ух, черт. Хотел заблокировать, но потом прыгнул. Тихо, тихо, а! На! Не. На! Головой об робота. Наконец-то он пригодился. Вон там и правда мексиканские борцы сумо дерутся. Видите? Сзади на фоне в городе. На! Шазам! Избиваю я тебя. Снова спутниковый удар. Круто быть богатым, да? Можешь в руки заряжать супер заряд спутника из космоса. И все, и потом смеяться над противником. На, нет, я тебя тут... Я тебе не дам руки раскидывать. Я тебе не дам раскидываться. Шазам показал свой истинный облик школьника. Я не дам тут раскидываться дроидами, потому что это мои дроиды. Тихо, тихо, тихо. На! Добро пожаловать в мир железа! Так... А я не буду ставить ничего, пусть. Он все опять сольет полностью, пусть регени 30. На 8 больше. Я лучше зарядом каким-нибудь ему долбану. На, вот так вот я. По земле, добивочка, по земле такая. Тихо. Есть! Рестлинг так рестлинг! На! Я все не люблю раскидываться роботами автоматическими, которые ездят на гусеницах. No good comes from hero worship. Status. Робот, который стоял сзади, явно болел за нас. Он видно металлический. The watchtower? Affirmative. Casualties? All personnel safely evacuated. Superman was in the blast radius, but is unharmed. Well then, may fortune favor the foolish. Да не везет, если бы он даже был в радиусе взрыва, он бы не сдох. Superman! Your time is over. Ага, вот на криптопушка. I see him. Maximum weapons range 1500 meters. Weapons
clock in 7 seconds. 5 seconds. Но он увидит, что у нас криптопушка. Он, у него суперзрение. И он сейчас может увернуться. Это надо... Отлично. Вонючий Шазам. Поклонник сказок о Шахерезаде. Школьник недоделанный. Так мы выстрелили в итоге криптопушкой в упор? Нет, не выстрелили. I trusted you. You betrayed me. Who betrayed who? Ого. I gave you peace. Your peace. А сейчас, наверное, убьет его, да? Your peace is a joke. Все. Голоса людей, да. Ну вот так вот. Жалко Лютера. Шазам, ты видел? Мне кажется, от Супермена в итоге все отвернутся, кто был на его стороне. The duplicates. They've incited insurrection. Suppress this filth. Willfulness leads to anarchy. It cannot... Все, друзья, а 10 глава у нас будет за долгожданного Флэша, которого так все долго ждали, а наконец-то будем бегать, скорострелить за него. Надеюсь, вам понравилось. Лекс Лютер очень прикольный персонаж вот на управление. Мне он очень понравился, так же, как понравился мне Бета, и так же, как мне понравился наш король Атлантиды, Рыбамен. Рыбамен. Вот, ладно, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если понравилось. Давайте наберем хотя бы тыщенку. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. У нас есть группа ВКонтакте и группа в Стиме. Заходите, смотрите, участвуйте там в разных... Даже конкурсы у нас иногда бывают по раздаче игр. Ну и есть я ВКонтакте, есть канал на Твиче, там проходит прямая трансляция. Есть второй канал на Ютуб, там выкладываются записи трансляции. Ну а с вами был Сергей Хелье, всего вам самого наилучшего. И всем пока! Вот так вот, чтобы не прошли. Еще огненный залп. Нам больше никуда не надо. Вроде бы нет. Давайте обороняться от варваров тут. Наши ребята там держатся справа, смотрите прям. Еще раз огненный залп. Бросай оружие и ложись на землю сейчас же. Не стреляйте, детектив, вот мой значок. Мы детектив, который ворвались и убили всех. Извините, сэр, опустите оружие, парни. Что тут произошло? Вы слышали выстрелы? Вот так просто? Да идите и взгляните сами, это кровавая баня, чувак.